Сімейна сварка чи акт насильства? Як розпізнати небезпеку у родинних стосунках у зародку, дізнавались наші журналісти. Криміналізація відповідальності за домашнє насилля. З 2019 року відповідний закон вступить у дію. Чи допоможе він зменшити кількість випадків домашнього насилля? І з'ясовувати ці та інші питання будемо у студії «Акцентів» із психологиною Іриною Кураченко. Ми вітаємо глядачам «Акцентів». Майже 3,5 тисячі мешканців Запорізької області постраждали цього року від насилля вдома чи стали жертвами гендерної нерівності. І це тільки офіційні дані людей, які наважилися звернутися за допомогою до правоохоронців. Спеціалісти наголошують, хоча ці цифри на чверть менше, ніж рік тому, показники все одно великі. Сподіваються, зменшити статистику допоможуть зміни у законі та увага до цієї проблеми. Запорізька область і цього року долучилася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Проєкт передбачає формування так званої ненасильницької ідеї у суспільстві. Про результати та відкриття цьогорічної акції розповість Наталія Гордибакіна. Вона ховає своє обличчя від камер і розповідає свою історію знайомства з домашнім тираном, не стримуючи сліз. Ми приїхали з Запоріжжя, він місцевий. Знімали будинок, оскільки він не хотів жити з батьками. Працювала я офіційно на роботі. От. Далі у нас вийшло так, що у нас вийшли сварки, розногласія. Дійшло до того, що почав піднімати руку, діти це все бачили. Було таке, що ми ніч ночували на вулиці. Осталася я ще без копійки грошей. Його треба було або далі зніматися, або ж виїжджати не було куди. Зараз Ольга та її четверо дітей перебувають у центрі соціально-психологічної допомоги. Жінка зізнається, завдяки закладу у неї з'явилася надія на майбутнє. Криша над головою є. Питання ми отримуємо теж доволі непогане. Психологічна допомога в нас тут також є. Психологи тут дуже-дуже хороші. Діти також потребували допомоги. Уроки пускати не будемо. Будемо двигатися далі. Я думаю, що все одно як-не-як. Від нас не відкажуться. Все одно, як треба буде допомогти, знаю, що... По крайній мірі, я вже знаю, куди можна буде йти. Фахівці кажуть, постраждалі від будь-якої форми насильства потребують особливої психологічної реанімації. Тому наразі центр переповнений. В умовах цілодобового стаціонару на сьогоднішній день у нас перебуває 10 осіб. Максимально наш центр може прийняти 10 осіб. Тобто на сьогоднішній день наш центр заповнений. Також у нас є ще одна постраждала особа від торгівлі людьми. Використовуються спеціальні методики для реабілітації таких людей. Бо такі люди приходять до нас вкрай пригнічені, вони знесилені, вони зазвичай це вже такий, знаєте, крик душі. У центрі кажуть, аби боротися із домашніми тиранами чи гендерним насиллям, потрібно не мовчати й усіма методами привертати увагу суспільства. Тому фахівці закладу постійно беруть участь у всеукраїнському проєкті «16 днів проти насильства». У цьому році зробили акцент на молоді, провели не лише обласні конкурси дитячої творчості, а ще тематичні заняття для малечі та підлітків. В цьому році була охоплена дитяча аудиторія. Ми проводили у школах міста Запоріжжя освітні сесії. Було проведено 5 освітніх сесій. Задіяно в цих освітніх сесіях 430 майже дітей. Проводилися тренінги з протидії торгівлі вже людьми, такі семінари у центрах зайнятості. Тим, хто став жертвою домашнього чи гендерного насилля, психологи радять звертатися по кваліфіковану допомогу. Контакти обласного центру соціально-психологічної допомоги можете побачити на екрані. Наталія Гордибакіна, Володимир Кіт, телеканал Z. Я рада вітати у студії мою гостю. Це психологиня Ірина Кураченко. Вітаю вас, пані Ірино. Добрий вечір. Поставити запитання наші гості можна за телефоном прямого ефіру. Він зараз на екрані. Також пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z. Отже, давайте з'ясуємо, звідки корені цього насильства у сім'ї. Це з дитинства?
С одной стороны, когда мы говорим о домашнем насилии, то мы понимаем, что насилие бывает таких двух видов. Известный польский психолог определил такое насилие как холодное насилие. Это тогда, когда мы наследуем модели поведения, или такое насилие, которое базируется на неких таких мифах и стереотипах, которые присущи в этом обществе. Это холодное насилие. И это то, что действительно дети копируют и привносят в свое окружение, привносят в свою взрослую жизнь. Когда мы говорим о горячем насилии, то это уже какой-то такой тип личности определенной, да, где как, тип личности, целью которого является смысл, там, центральной задачи — это осуществление контроля и власти. И над теми особами, которые являются в подчинении, так называемыми жертвами. И это могут быть дети, это могут быть, это может быть жена. И мы чаще говорим все-таки о насилии по отношению к женщинам, потому что это 95% случаев, но сегодня мы очень часто также поднимаем вопросы относительно насилия по отношению к старшему поколению, тогда, когда взрослые дети совершают насилие по отношению к своим родителям и насилие по отношению к детям. И изменения в законодательстве, я так думаю, что самый главный акцент сегодняшнего закона — это внимание на детей и такое нововведение, что ребенок, который является свидетелем домашнего насилия, он является пострадавшим. То есть он приравнен к пострадавшему, даже если по отношению к нему это насилие не совершалось, но если он находится на этой территории, то он также является пострадавшим. Поэтому вот это вот, с одной стороны, наблюдение, модели поведения, мифы, стереотипы, привилегии мужские. С другой стороны, это какой-то такой особенный тип личности и потребность контролировать и проявлять свою власть над тем, кто находится в зависимых от тебя отношениях. Ми ж розуміємо, що кримінальна відповідальність буде посилена власне за фізичне насилля, за акти фізичного насилля. Ні. Але ж не тільки. Які форми має сімейне насильство? Ми говоримо про те, що стаття з нового року, у нас стаття появляється в уголовному кодексі, яка криміналізована, це домашнє насилля. І річ йде о систематичному. Що значить систематичні проявлення насилля? Ну, я так розумію, що це три і більше раз вже було таке роз'яснення, что три и более в течение года, если совершается насилие, то тогда можно привлекать к уголовной ответственности агрессора. Это уже будет статья от 2 до 6 лет за вот это систематические действия. Но мы не говорим, мы не выделяем, что это только физическое насилие. Это может быть и экономическое, и психологическое, и сексуальное насилие. Да, это все четыре вида насилия, которые прописаны в законе. Но я хочу отметить также, что они между собой настолько тесно связаны, что зачастую мы знаем, что физическое насилие, оно само по себе не возникает как отдельный какой-то компонент, что это чаще всего как следствие, длящееся в течение какого-то периода, психологическое насилие, с этого все начинается, а физическое насилие — это уже как какое-то такое пиковое состояние. Точно так же, наверное, методы, если мы говорим о контроле и власти, то сексуальное принуждение и также является таким элементом, зачастую о нем не говорят, потому что, наверное, и сложно его доказать. Может быть, присутствует очень, знаете, какой-то стыд. А психологическое насильство как можно довести? Это то, что на сегодняшний день очень сложно, но тем не менее наша организация помогает с адвокатами. Я фактически каждую неделю получаю адвокатские запросы по поводу того, чтобы провести психологическое исследование состояния ребенка, состояния женщины. Да? То есть тогда, когда женщина обращается за помощью, это может быть ее такие переживания, ее какие-то симптомы, которыми сопровождаются это последствия вот этого всего явления домашнего насилия, могут быть использованы как доказательства. Потому что на самом деле сегодня это тогда, когда мы получаем документы для исследования, это видеозаписи, это аудиозаписи, это смс-сообщения, это свидетельские показания, это могут быть какие-то друзья, знакомые, близкие. То есть сегодня на самом деле уже
Но довести это можно, и, конечно же, печально то, что жертве приходится искать доказательства. Во многих странах, наоборот, женщине верят на слово. Да? Вот я недавно была в поездке по обмену опытом Аберхаузен в Запорожье, мы смотрели как раз приюты, шелтер в Аберхаузене и консультационный центр в Германии, да? Который оказывает помощь женщинам, пострадавшим от насилия. Так вот, такой интересный опыт мне рассказали, что вот когда женщина приходит, мы воспринимаем эту информацию как та, которая есть. И очень интересный, кстати, такой по сексуальному насилию опыт одной организации. Но то, что я сказала, бывает женщине очень сложно обратиться за помощью. Так вот, организация предлагает сохранить доказательства. Ну, зачастую это анализы, да, которые подтверждают, что она подвергалась сексуальному насилию. До того времени сохранить в базе, в банке, да, для того, чтобы потом, когда она будет готова, эти доказательства предъявить в суде. То есть вот такого рода помощь может быть, потому что готовность, зачастую мы сталкиваемся с осуждением, с такой критикой или какими-то обвинениями, что ж ты смотрела, сама видела, чего ты знала, чего ты никому не говорила. То есть вместо помощи и поддержки очень часто жертвы слышат обвинения в свой адрес, и поэтому это, наверное... Сама винна. Да, что и это, наверное, как-то уменьшает желание обращаться за помощью, и, может быть, вот эти данные, которые мы имеем сегодня, они не столько соответствуют вообще не соответствуют реальным фактам, именно, я думаю, в силу вот этих причин. Угу. Щороку від насильства в Україні, за офіційними даними, постраждає близько 100 тисяч людей. 90% з них – жінки. У Мінсоцполітики зазначають, найбільше звернень пов'язано з домашнім насильством. До групи ризику також належать люди похилого віку, особи з інвалідністю та жінки сільської місцевості. Із січня 2019 року вступає в силу закон, який криміналізує відповідальність за домашнє насилля. Детальніше в огляді Ілони Скидан. Від фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства страждає кожен третій українець. Щороку майже 70 тисяч жителів потерпають саме від домашнього насилля. Фахівці кажуть, це одна із найгостріших соціальних проблем, яка негативно впливає як на фізичне, так і на психологічне здоров'я постраждалих. Жінки та діти – найвразливіша категорія. З нового року в Україні почнуть жорсткіше боротися із домашнім насильством. У новому законі, який вступить у дію з 11 січня 2019 року, прописане визначення цього терміну та конкретизована відповідальність за скоєний злочин. В інтересах потерпілого особа, яка вчинила домашнє насильство, повинна бути обмежена у спілкуванні з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинене стосовно неї або в її присутності. Злодій не матиме можливості наближатися чи навіть телефонувати до потерпілого. Це вважатиметься криміналом. Нова редакція Кримінального кодексу України визнає однією з обтяжуючих обставин вчинення злочину щодо літньої людини, інваліда та дитини чи в її присутності. Домашнє насильство каратиметься роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі від 2 до 5 років. Повертаємось в студію акцентів. Пані Ірино, у вас було зауваження щодо статей. Немножко по поводу не то, что защиту можно получить. Есть два таких нововведения, о которых мне хотелось бы, чтобы мы знали. Первое – это так называемый терминовый заборонный припас, который выписывают полицейские, которые приезжают на место вызова, собственно говоря. И это не зависит от того, хотела бы женщина этот получить обмежевальный припас или нет. Сегодня у наших полицейских есть бланк, на котором зафиксированы перечень вопросов, это риски, да, которые они оценивают, приезжая на место. И оценивая эти риски, если степень риска будет достаточно высокая, то они выписывают заборонный обмежевальный припас, так называется этот документ, которым приписывается, что тот, кто совершает агрессию, он должен покинуть это помещение и, сообщив, где он будет находиться, то есть его таким
образом изолируют от жертвы. И это не имеет значения, собственность это или не собственность агрессора, но задача как-то локализовать, ну, каким-то образом, да, это насилие, ну, препятствовать ему дальнейшему развитию. Да? Поэтому вот такой этот заборонный терминовый припас. Он выписывается полицейскими на 10 дней. И ну, вот после этого, я думаю, что это тот период, когда женщина может как-то собраться с мыслями, подумать, что ей делать дальше, обратиться за помощью юридической, психологической и так далее. Далее мы говорим о том, что очень важные такие изменения в законодательстве — это увеличение круга особ, осип, которые попадают под действие этого закона. И немаловажным является, ну, такая категория, как бывшие супруги, те, кто находится сейчас в разводе, но тем не менее очень часто мы понимаем, что насилие продолжается, потому что используют детей, используют какие-то материальные там имущества, дележ и так далее, и так далее. И все это является дальнейшим способом проявления вот этой контроля и власти. И, ну, там есть и даже невесты, наречения, дед, бабка, там, ну, все тетка там, и так далее, и так далее. То есть 15 вот таких осип. И ну, если вот это насилие продолжается, то можно вот после вот этих 10 дней, то можно обратиться еще в суд, и это, как правило, делают адвокаты. Ну и также может сама женщина обратиться, получить обмежевальный припас. Обмежевальный выписывается уже на больший период, это до полугода, которым предписано, но обозначается, не приближаться к жертве, не искать с ней встречи, не посещать там места, там школы, детский сад и так далее, там, где они могли бы пересекаться, кривник та жертва. Это тоже такой очень важный документ, который, собственно, дает возможность как-то себя более чувствовать защищенным. Но это то, что касается еще дополнительных таких вот каких-то защиты, которые могут получать жертвы домашнего и гендерно обусловленного насилия. Но я считаю, что еще очень важным таким является моментом от наличия таких специализированных учреждений, потому что Центр социально-психологической помощи у нас принимает у складных житевых обставинах. Это все категории, в том числе и домашнее насилие. А вот такие специализированные учреждения, которые засекречены, которые о месте нахождения которых не знают, они им должны присутствовать, особенно если мы говорим о том, что Украина подписала Стамбульскую конвенцию, и ее ратификация предполагает также создание вот этих безопасных мест. Сегодня заканчиваются ремонтные работы в городе Бердянске. Вот Бердянск очень позаботился о том, чтобы у них было такое место. Сегодня Мелитополь открывает приют для женщин, пострадавших от домашнего насилия. И я надеюсь, что город Запорожье тоже не останется мимо этой проблемы, потому что есть определенные стандарты, которые государство должно обеспечить женщинам. Это одно место на 10 тысяч населения. Ну вот поэтому это то, к чему мы должны быть. И опять же, поездка в Германию показала, я зашла на интерактивную карту и увидела в Германии 300 таких приютов именно для пострадавших от домашнего насилия. Это такая интерактивная карта, где можно увидеть, где есть свободные места, где занято, и вот, то есть этот доступ получить к безопасному месту, такая возможность есть. То есть я думаю, то, к чему мы также должны стремиться, это вот создание вот таких вот безопасных мест. Психологическая допомога потребует лишь жертвы, чи абьюзеры, власне, також? Я сейчас к этому вопросу вернусь. Я бы все-таки хотела, потому что когда мы с вами общались в сюжете, то по признаке насилия мы говорили, да, как все-таки отличить или как понять, что ты подвергаешься домашнему насилию. Я вам разница между сваркой и насилием. Да, власне, разница так? между ссорой, конфликтом и домашним насилием. Я вам назову сейчас эти признаки, и вам будет очень понятно. Но вот первое, что насилие всегда совершается по предварительному намерению. Какое предварительное намерение имеется в виду у домашнего агрессора? А я вам об этом уже сказала, контроль и власть. То есть тогда, когда он вас проявляет как бы заботу о вашем здоровье, о вашей безопасности, на самом деле это всего лишь фасад вот этой главной цели — вас контролировать и проявлять власть. Когда он говорит, что я не хочу, чтобы тебя кто-то там беспокоил в телефоне и какие-то хулиганы, на самом деле он проявляет контроль и власть. Это вот такой вот первый признак. Да? Второй признак, который важен, это то, что эта ситуация
ситуация унеможливливает самозахист. То есть у жертвы нет возможности защититься, потому что она или находится в каких-то зависимых таких отношениях, или она имеет это гендерное неравенство, то есть это по отношению мужчина-женщина, старшее поколение, младшее поколение. Mm-hmm. Да? То есть жертва, она не может защититься, и у нее нет такой возможности. Дальше следующий признак — это то, что последствия происходит такое нарушение прав и свобод человека, ну это понятно, да, то есть когда человек говорит, что у меня есть желание, например, работать, а ему говорят, нет, ты работать не будешь, твоя теперь задача сидеть дома и воспитывать детей. Ну то есть когда у человека есть желание, которое основывается на его правах и свободах, а ему говорят, нет, ты этим воспользоваться не можешь. Ну и четвертый признак — это тогда, когда есть последствия, в том числе на уровне физическом и психологическом. Вот такие четыре признака, которые нам помогут отличить домашнее насилие просто от скандала, конфликта и другого какого-то явления, которое mm-hmm. происходит между супругами. Теперь то, что касается, вы хотели... Щодо центрів допомоги, які допомагають, власне, жертвам, чи є якісь можливості допомогти, власне, агресору? Да, сегодня вот этот новый закон, который действует в Украине, потребовал очень много изменений, порядка 75 нормативных актов потребовалось внести изменения. Параллельно вышли такие типовые положения о приютах, которые оказывают помощь тем, кто пострадал от домашнего и гендерно обусловленного насилия, а также положение про мобильные бригады, которые будут создаваться при центрах социальных служб для семьи и молодежи, которые также будут выезжать для помощи, для перенаправления, ну, не столько как бы их функция, как у полицейских, вернее, она совсем не такая, а, в общем-то, чтобы перенаправить и сказать, может быть, даже это помочь идентифицировать mm-hmm. это насилие. Параллельно были созданы программы, ну, коррекционные программы с агрессорами у нас уже существуют давно, но теперь еще есть и программы, которые также помогают, потому что мы говорим, что это такое комплексная проблема, и поэтому решать ее нужно комплексно для всей семьи и проводить реабилитацию также с пострадавшими, да, потому что, ну вот на наших тренингах мы очень любим показывать это, демонстрировать вот этот треугольник, там, где существует преследователь, жертва и спасатель, и когда семья находится в этом треугольнике, они меняются ролями и очень часто пребывают сами то жертва, то агрессор, очень сложно бывает или представителям полиции, или социальным службам определить вообще, кто виноват или кто mm-hmm. изначально, потому что оно настолько переплетено, и то в одной, то в другой роли пребывают супруги. И да, я действительно подтверждаю, что иногда женщина может проявлять психологическое насилие по отношению к мужу, муж проявлять физическое насилие, это все сплетено. Поэтому нужно учить ненасильственные модели коммуникации. Правильно, что мы сегодня обращаемся к молодежи и пытаемся вот эти модели им показать для того, чтобы они создавали свои семьи, вот с нулевой толерантностью к насилию. Угу. Безплатно, анонімно та конфіденційно. Щодня з 9 ранку до 9 вечора спеціалісти служби екстреної психологічної допомоги готові вислухати всіх, хто опинився у непростих життєвих обставинах. За рік отримали понад 3 тисячі телефонних дзвінків. Щомісяця фахівці проводять гарячі лінії, присвячені актуальним проблемам. До розмов долучаються психологи, соцпрацівники та спеціалісти з певної теми. Остання така гаряча лінія мала назву 16 днів проти гендерно зумовленого насилля. Взагалі гарячі лінії ми проводимо кожного місяця від 1 до 4 за кількістю. І ефективність їх залежить від того, наскільки актуальні питання хвилюють місцевих жителів. Ми вибираємо, виходячи з питань, що хвилює населення. Це звідки ми беремо цю інформацію? З телефонних дзвінків, які поступають до нас на телефон довіри, і виходячи з певних соціальних свят, поступає на гарячу лінію дзвінок. Консультант телефону довіри бере слухавку і вітається, і каже, що зараз проходить гаряча лінія і називає певну тематику. Якщо дзвінок поступає саме з приводу гарячої лінії, то він передає слухавку спеціалісту, який прийшов для того, щоб розповісти та відповісти на питання гарячої лінії. Якщо ж це все ж таки дзвінок з приводу психологічної допомоги, то він просить перетелефонувати
телефонувати після 17.00, оскільки термін проводження гарячої лінії з 15 до 17.00. Тобто протягом 2 годин спеціалісти відповідають на питання. Тривають акценти. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Іриною Кураченко, психологинею, і свої запитання їй можна поставити за телефоном, який ви бачите на екрані. Пані Ірино, зараз у світі широкого розповсюдження набуває фемінізм, різноманітні течії та кампанії проти сексизму за гендерну рівність. Хтось долучається до них, хтось навпаки каже, що забагато уваги приділяється цій темі, мусується у засобах масової інформації. Як ви вважаєте, наскільки тісно пов'язаний власне цей сексизм з побутовим сімейним насиллям? Непосредственно, потому что, как я уже говорила, что домашнее насилие именно базируется на гендерном неравенстве, на том, что существуют какие-то стереотипы, какие-то мифы. И у нас сегодня была очень интересная встреча. В Запорожской области создана такая коалиция общественных организаций, которые будут работать над реализацией такого резолюции 1325, так называемой резолюции 1325 Женкима и РБСПЭКа. И вот нам сегодня на нашей такой коммуникационной стратегической сессии приводили очень интересные примеры, когда приводились примеры страны, где чем больше существует вот этот индекс гендерного равенства, тем более развита, более обеспечена страна. И что самое интересное, там более счастливыми себя чувствуют люди. Потому что если они себя чувствуют счастливыми, то естественно, они остаются дома, им хорошо дома, им нравится, и они вкладывают свои ресурсы в то, чтобы развивать там, где они находятся, ту территорию там, где они находятся. Поэтому гендерное неравенство — это как раз предпосылка домашнему насилию 100%. И мы говорим не о том, чтобы сегодня гендерное равенство у нас как-то однобоко воспринимается, мы говорим о равных правах, а не о том, что какие-то роли приписываются женщине или мужчине. Да? Потому что сегодня очень многие мужчины с готовностью берут на себя роли и воспитателей, и, домашнего хозяйства. Это их выбор, может быть, и прежде чем приписывать какую-то роль, нужно спросить, а хотела ли бы женщина или мужчина эту роль выполнять, или кормильца семьи, или воспитателя, mm-hmm. хранителя домашнего очага. То есть речь идет о том, чтобы это решение принимали те, кто, чья жизнь, собственно говоря, тот человек, который живет своей жизнью и принимает соответствующие решения. Что касается сексистской рекламы, то я очень замечаю, очень часто, но особенно, опять же, не будем называть и не будем рекламировать соответствующие структуры, но я вижу, как используется женское тело для того, чтобы, например, рекламировать определенную какой-то вид услуги, или я имею в виду услуги, совершенно, знаете, там, проезжаешь мойка машины, и девица в купальнике сидит на капоте. Но как-то оно нелогично, некомфортно. Це вам некомфортно, а комусь дуже комфортно. Как-то неправильно. Да? Или же, если это меха, то обязательно как-то женщина должна быть и вот бриллианты, меха и все остальное. Стереотипы, на которых воспитываются дети и молодое поколение, и они впитывают это совершенно автоматически и потом привносят это в свою жизнь. Поэтому, конечно же, нам не хватает сегодня гендерного анализа, не только в средствах массовой информации, нам не хватает гендерного анализа тогда, когда мы составляем бюджет города, бюджет организации. Да, мы не думаем о том, как учесть эти разные потребности женщин и мужчин. До сих пор, заправочной станции мы приходим, как правило, туалетная комната одинакова по размеру, мужская и женская. Но вы знаете, в театре всегда очередь будет в женскую, дамскую комнату гораздо больше, длиннее, чем мужскую. Но это же как-то надо учитывать. Кстати, мне на одном тренинге полицейский по поводу насилия, я даже никогда не подумала такой пример, когда один полицейский привел пример такого вида насилия, когда муж говорил о потребностях жены, и говорил, зачем тебе средства гигиены, индивидуальной гигиены, зачем они к тебе? К чему? Пользуйся какими-то более примитивными
спортивными вещами, зачем вот это покупать? То есть тогда, когда вот эти вот потребности, ну, пренебрегаются потребности, такие, которые являются необходимыми для жизни, и я думаю, что приводит к тому, что кто-то чувствует себя более контролирующим, властным и, ну, вправе, что ли, диктовать другому, mm-hmm. что ему делать, в чем ему ходить и как ему жить. То есть отсюда, конечно же, от гендерного неравенства выплывает у нас и домашнее насилие, и гендерно обусловленное насилие. Дякую вам, пані Ірино, за цікаву розмову. Успіхів вам, до побачення. Спасибо вам. Це були акценти. Бережіть та поважайте себе та один одного. Побачимо завтра на цьому ж каналі у звичний час. Хай щастить!